И продолжая спортивную тему, волейбольный «Зенит» порадовал своих болельщиков в последнем поединке минувшего года. Дома гладиаторы принимали одну из сильнейших команд Европы, итальянскую «Мачерату». Уступив на старте два сета и проигрывая 6 баллов, третьим подопечные Владимира Лекна сумели переломить ход противостояния. Рокировка Максима Михайлова на опытного Романа Яковлева позволила сначала сократить отставание, а затем и перевести матч на тай-брейк в решающей партии. Сил гостям уже не хватило. Несмотря на итоговые 32 балла капитана «Мачерата» Ивана Зайцева, «Зенит» добился победы 15-8 и 3-2 по сетам. Казанцы отправляются в плей-офф с первого места. Команде удалось все-таки повернуть немножко игру в свою сторону. И первых двух сеток было все довольно-таки рядышком. Просто не хватало какой-то, не знаю, мелочи. И благодаря, там, не знаю, может, каким-то там итальянцы будут рассказывать судейским ошибкам. Да, соглашусь, там одна, может, две было, но в то же время не принципиально, потому что когда разовые партии 7 очков, плюс две ошибки судейских, не так уж сильно влияют. В третьем вели, не знаю, там 6 или 7 очков, должны были закрыть игру 3-1, но «Зенит» начал подавать очень хорошо, мы как бы выключились. И потом в концовке сета и в начало тайбрейка началась вся эта катавасия.